Короче, Леха сказал, это какой-то ким-то. Смотрите, какая-то непонятная вещица. Я сначала подумал, ВЛКСМ. Да, это какое-то заблуждение. Я постараюсь информацию найти и вам приложить. Что это за знак? Я впервые просто такой вижу. Надо были это подобные, мокрым, были подобные ким и ВЛКСМ. Мне кажется, просто длинные буквы какие-то. Не знаю. Два ряда. Два ряда. Ладно, сейчас посмотрим, потрем, посмотрим. Итак, ребят, значок очень достаточно интересный, и может быть кому-то будет полезно знать, что же за надпись Ким на таком интересном значке. Многие, конечно же, об этом знают, но подрастающая молодежь, наше поколение, к сожалению, не видели и не знают. И давайте сейчас я вам поясню, что же за знак нам попался. Комсомольцы, добровольцы, надо верить, любить беззаветно, видеть солнце порой предрассветно, только так можно счастье найти. 29 октября 1918 года в молодом государстве был создан Российский коммунистический союз молодежи. Первый знак был учрежден в 1918 году и представлял небольшой красный флаг со звездой и аббревиатурой РКСМ. Вручался он вплоть до 1923 года. Знак является редким. В октябре 1922 года на 5-м съезде комсомола был утвержден новый вариант знака. На флаге в круге изображена звезда, а в ней вписаны буквы К и М. КИМ. Коммунистический интернационал молодежи. Значки вручались членам комсомола. Существует большое количество разновидностей. На булавках, на закрутках, на цепочке. С разной отделкой эмали. Из-за большого количества разновидностей цена значка варьируется от 1000 до 20 тысяч рублей. Да, недаром мы песни запели про лихой 18-й год. Эти юноши в старых шинелях испытали немало невзгод. Шли с рабочих окраин ребята за родную советскую власть. Эти парни в матросских бушлатах поклялись победить или пасть. Следующий тип комсомольского значка был утвержден на 3-м пленуме ЦК ВЛКСМ в 1945 году. Знак повторял предыдущий, но вместо КИМ использовался аббревиатура ВЛКСМ. У значка существует множество типов, и они различаются по заводам-изготовителям, металлу и способу крепления. Средняя цена значка – 500 тысяч рублей. Но это другая история. Был еще один вариант значка ВЛКСМ, более позднего варианта. И просуществовал он вплоть до 1991 года. Надеюсь, вам было приятно, а сейчас возвращаемся на наш шикарный шурф. Приятного вам просмотра!